Видно. И уже где-нибудь притыкнуть ее. Бредок. Я вообще коцанный, сука. О. Что это же такое? Не, блядь, пестики же 40 пуль в обойме, блядь. Ну, я вообще не уверен, что тут нужен этот электрошокер. Только это механизм. Там какое-то солнце наверху, блядь. Нехуй летать тут, блядь. Это, а этот, тот алмаз, который мы толкнуть хотели. Тут надо три какие-то хуйни искать. Во, вот. Ага, а работа для снайпера? Опять негры бесятся. Жги негров. Ебать. Заебись, чё. Где что, как? Чего? Нельзя никак подвинуть. Блять, она периодически ебашит. Да, походу нам придется там бегать. Так, ну и куда идем-то? Ну, где сам за мной иди, тут какой-то. О! Иди сюда. Аккуратнее там, не стой. Опа. А почему нельзя ее со снайперки сломать, пиздец? Да хуй знает, я же попробовал. Ураборос ебаный. Все, негр орут. Наверху негр. Внизу негр. Вон еще один. Ух ты, сучонок. Сзади автоматный попал. Ай, блядь, Лень, меня поджег. Нихуя себе. Да, ладно, тогда. Тогда. Ух ты, блядь. Агония, блядь. Огонь, огонь, огонь. Где ты? Агония! А ты говорил, нахуй не надо, блядь. Все, я умер. Нехуй было тупить, блядь. Стоит, смотрит на меня, блядь, пока я иду на. Да я хотел это самое патроны светошумовые поставить. Да, это самое нужное. Чтобы в него въебать. И меня убить еще, да? Сразу отработаем по полной. Ладно, понятно. Че, погоди, не спеши. Все, нет. Спотыкнулся немножко. Мясо не умно. Заебал, ты сдохни, сучонок. Ах ты, блядь! Да-да, выпусти меня, сучок. Я вынес. Но я хотел на нем попробовать. Так, стой. А граната это тебе. Надо лечиться, ахули. Я полечу. Ты брать не хотел, чтобы пиздец был. Надо было больше брать. А я больше некуда. Ну, ты осколочный, у них метни, блядь. Где она у меня тут? Блин. Вот так вот, суки ебаные. О, о! А, блядь! Где что? Что, блядь, как обычно, нахуй.
Где-нибудь сзади. Ну это заебись вообще на самом деле, я считаю. Давайте, может, они сразу, блядь, нагов. Вон еще один идет. Блять, заебись. Я... Все, нам пизда. Не ссать. Блять, я это, блядь, меня бесит просто. Тут, блядь, хоть с одной стороны наступайте, блядь. Да блять! Ага. Все. Ёбаный шакал. Там летилка впереди. Да, блин. Там еще стрелок стреляет, блядь. Где он? Не вижу. Я ебу, кидается, сука. Где лечилка, блядь? Впереди там была, смотри. Надо лечиться. Подожди, нам не сюда надо. Ну да, это я просто здесь эти ящики. Вон на, иди вон на. Ебаная жизнь, блядь. Ладно, ничего, тебя кацану, тебя полечу потом. О, еще одну. О, взяли. Сейчас полезут. Да что полезут? Уже полезли, блядь. Че, еще что ли? Могут еще. Ебаный шикальня бесит, блядь, какой-то маленьком, блядь, пятачке 20 человек на тебя нападает со всех сторон, блядь. Давайте, блядь, вообще в комнате 2 на 3 запрем нас, блядь, со 100 мужиками с бензопилами, нахуй. Так, стоп, я. А куда нам, в ту сторону или куда? Сюда куда-то. Айбек, куда тут? Ну, пистолетик покруче, блядь. Бля, куда тут съебаться-то? О! Травушка, муравушка. Ой, я сдох. Бля, не, ничего не сдох. Не, я не пойду сюда, это пиздец. С такой скоростью. Заебись, блядь. Я побежал нормально, кстати. Да, я видел. Она как-то нестандартно, блядь. То обратно туда идет, а потом обратно возвращается. В этом суть. То есть я думал, она только в ту сторону пройдет, а она еще обратно вернулась. А, не, стоп. Убрать. Мы люди ученые. А что ты убрал? Патроны. У меня их 30 штук, так что хватит. Где? Может, ты ботов купишь? Ну, вот это вот и хочу. Все. Готово. Там еще есть лечилка одна. Сейчас впереди да будет. Почему нельзя емкость улучшить? Мне это бесит, блядь. Да, вот почему? Нужно было прикачать инвентарь. Ну хорошо, хоть чекпоинт вот, видишь, он обратно возвращается, блядь. Угу. Так, сейчас он ебанет сюда. У меня опять куда-то все жизни делись, блядь, сюда, нахуй. О, пошли. А нет, ух, блядь! Ты, блядь! Ну вот так вот я просто раз умер. Сюда. Бежим. Мало идет, блядь. Ай, блядь! Хули вы делаешь, блядь? Все, я полечил, нахуй. А этих пидов я спалил, там эти шли. Да, их бежго жжет, но они крутые. На мясо их. Нет никого. Ух ты, блядь. Куда мы идем вообще, блядь? Я хуй знает. Ну посмотрите, подожди. Может наверх пойти дальше, вон туда. Так, нам нужно пройти туда-то. Давай вон туда сходим, откуда негры пришли. Ну давай. Ну сейчас она пройдет.
Ебать, сразу две ебашат нахуй. Навстречу друг другу, блядь. О, контрольная точка. А, мест нету. Ну, может, ты мне отдашь тогда гранаты, я не знаю. Лечилку давай тебе отдам. Ну, лечилку, тебе тоже нужна лечилка, что ли? Да, чтобы пусть все было поровну. Как ты без лечилок тоже, блядь, хуёво, ну. А если себя похилить надо будет? Чего я придумаю? Что ты придумаешь? Сдохнешь? Ты же ничего тут не сделаешь. А чё, всё? Тупик, что ли? Ну, пошли туда, да, в ту сторону. А, вон, можно прыгнуть. Вэ, подсадить, ёпта. Наверное, на тебя негры бегут, блядь. Где? На вот не. Да, блядь. Там сзади тебе конопля выпала. У тебя места все равно нету. Две кон, заебись вообще. И что делать, блять, пиздец. Ух ты, блядь! Ты такой высрался. О! Я взял коноплю. А ты зарядил автомат? Да. Так. Тебе для снайперки 5 пуль расстрелять. Нормально было. Где она? Тебе скомбинировать нужно, тогда будет норм. Вот тут еще одна стоит. Охуеть. Блять, это пиздец. Ух ты, блять, этот выскочил. Пидорило. Сколько ты ему в лицо? Стрельни, он умрет. Он куда убежал? Он к тебе побежал, наверное. А, да, ко мне побежал, правда. Где, блядь, не знаю. Ладно, я возьму эту пока тарелку. Ну я его завалю, наверное, я думаю. Если меня не будет, конечно, эта хуйня перед лицом появляться. Ты ему сколь-то пробивай с маску. Только сколь-то. Ой. На тебе взад. Готов. Ебать. Цепляй. А как тебе подняться, интересно? Или просто мне не спуститься, наверное, да и все. Все, конопля наша исчезла, блядь. Заебись. Да, там еще стояла просто обыкновенная конопля. Я могу взять. Ты не можешь взять, если бы ты мог, ты бы взял. Мы сделаем вот так вот. Ход конем. Сейчас. Вы выкинем пулю, что ли? Да. Скомбинировали. 5 штук. Надо было сразу так сделать, тогда бы сейчас было на одно больше. Так, все, две штуки взяли, надо еще где-то. Скомбинируй их сразу, что-то. Сейчас, место освободи. Вот так вот. Так. Ух ты, блядь. Ага, именно я тоже так думал. Ну ты там взял все, да? Угу. А сколько у нас, два диска? Да, нужно еще третий. Навстречу друг другу. Ну, мы сюда, наверное. Ну, а куда еще, блядь? Потому что там где еще места есть. Знатные. Блядь, надо валить. Бред, какие-то лазеры, блядь. Они же, блядь, не знают, что придумать, наркоманы ебаные, блядь. А, на тебя патроны и на меня, я для обоих возьму, тебе отдам потом. Давай, иди сюда. И опять у тебя нет места, бро. Блядь.
Ах, блядь! Высунулся. Ты специально, что ли? Да я не считал что-то. Ну ходи, коцаны теперь пока, блядь, не покоцают меня, чтобы экономно расходовать. Сейчас смотри, тоже высунулись. Побежали. Ну, тут есть этот. А это центр. Да, поставим два диска. Так, за третьим надо идти вот в эту сторону, мы туда не ходили. Вон там дверь. Зачистка, зачистка руин, блять. Том Брайдер, нахуй. О, тихо, стой, стой, стой. Там эти. Ай, блять, отходим, они пуляются. Снимай этих, сук. Блять, прикрывай меня снизу. Туда. Идут, 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 идут. Ебать. А я этих тогда пуляльщиков. Ах ты, блять, сучонок, еб... Блять. Готов. Ебать, я нахуй задоджил, блять. Добей его, добей, перед тобой лежит. Рез его. Блять, эти прилетели. Заебись, щетка вообще. Сразу же сожрала и пиздец. А мы там сохранились, не? Нигде? Да, я сохранился. Так, патроны. Патроны. Погнали, что ты там будешь копаться? Да, давай. Да, я лечилку думал купить. У нас а, вот, заебись. Все будет. Rock and roll star. Пиши, спеши. Да, стой там. Снимай этих стрелков ебаных, заебали. А, это птичка улетела. Кидается, сука, блядь, заебал, сними его. Что? Я? Yeah. Блин, живучий, я, бля, въебал, заебался ему попадать. Пейка саботила. Бля, опять вылетела. Нормально отработали. На 5 баллов. Так, тут, надеюсь, ничего не будет такого экстремального. Блять, места вообще мало, просто пизда. Пизда. Блять, нафига. На тебя патроны тут, сейчас позже я тебе отдам. Блять, я твои забрал. Пошли. Диск. Все. А, кувшинчик. Слышу, ебаные боевые кличи эти ебаные. Слышишь, не? О, блять. Мумба-юмба нахуй. Суки. Опасно возвращаться. Оба-на. Оба-на. Давай, штальцинатор. Вот он, идет рожочек.
Я его вот со снайпером. Ай, блядь! Уходим. Ух ты, блядь! Бля, я еще жив, нихуя себе. Все четко сделали. Блин. Уходим, 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 уходим. Да, уйдешь тут, блядь. Он слишком медленный для этого. Ебать, она жрет, блядь! Ах ты, блядь, сука, в спину. Готов. Ой. О, на меня. Фух. Бля, револьвер тут остался одна пуля. На имба оружие. Да. Кстати, заебись, он в жопу тупо выстрелил, он сдох. Угу. Опять не все коцаны кибинем. Ой. Так, пули и диск. То есть это мина. Ты, блядь, высунулся я. Заебись. Здесь нет ничего такого. Так, как я стал достать? О, хе-хе-хе. Древние негры. Отваряем. Сбражены. Дальше полюбаться, полюбоваться, блядь. Полюбоваться, не хлебоваться. Хороший негр. Это ж культура, блядь, негритянская. Негритянская. Так, и что тут? Все, блядь, стоим, нахуй. Типа мы таки пришли, мы таки стоим, нахуй. О, змея. Получи змея. Денежки. Ой, это вижу алмаз. Вижу паучка. У тебя полный инвентарь опять. Дай мне что-нибудь, у меня два слота свободно. Да. Гранаты мне отдай свои. У тебя гранатомет есть, нахуй тебя. Да. Слышишь, из гранатомета проутюж уже, блин. О, алмаз. Че, не выбивается, сука, хуел. Да, такой дорого бы стал. О. Ебать, опять ловушки какие-то. Опять лазеры, блядь, средневековые, древние, блядь. Че, сука, блядь, зарежать меня хотите, да? А я знаю, блядь. Опа. Ну, кто бы сомневался, ебать. Думаешь, удивили, сука, блядь. Зацени, можно типа ворочить, что ли? И что? Молодец. Нет, нужно начинать. Ну нахуй ты дела. Нужно как-то обойти. Получается вот так вот. Даже надо вместе, наверное, держаться, потому что зарежет нахуй же, блядь. Ну да. Ну подожди, там наверх можно зайти, да. Вот, нужно на этот лазер направить, получается, да? Я правильно понимаю? Ну да. Так, на этот направить откуда его? Давай, я буду руководить. Ах ты! А не, да и похуй. Не, не получится. Не получится так. А как это вот? Ух ты! Вот так. Не в ту сторону. Пиздец. Шева! Нет! Совсем сжег. Это ужасная смерть. А как выбить все на тупо? Ладно. Блять, передай мне туда гранату, я не знаю. Все. Блять. Че, вот сокровище можно толкнуть? Сак.
Сака это 5. Так, и что с моей бабла? 13 тысяч, да? Стоп, назад. Ничего не взял, лучше все на максимум. А мне можно пистолет. Все, пистолет на максимум улучшил. И где? Когда он откроется? Новый. А, вон новые. Во, новый. 30 штук стоит. Ебать. Ну, он там охуенно мощный, самый мощный. Да, ну его тоже прокачивать нужно будет на мощности. Ну да. Охуеть. Ну это в перспективу его есть смысл брать. Ладно, готово. У тебя все равно 30 штук нету. Ну. Да. 30 штук плюс еще улучшать его. 81 тысяча стоит оружие максимум лучше, как правило. Вот. Так, ну что, пошли опять. Так что купить это хуйня, вот улучшить. 81 кают. Блять, и из пистолета выстрелил, охуеть. Молодец. А может на эту хуйню направить еще лазер? Чтобы этот кристалл выбить. Надо подумать. Или нет. Как это провернуть, блять? Только ничего не поворачивай, ладно? Окей. Пока я тут стою. Вот она светит, светит, светит. Не знаю, блять. Чё за хуйня, бро? А если вот это вот так сделать? Так, осмотрите, умный, прикольно. Ты там поаккуратнее. Смотри. Откуда вообще свет идет? От этой штуки? О! 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 Я очкую, блядь. И что это случилось? Смотри, что я сделал. Не знаю, что вырубил свет. Тебе нужно направить ее. Я считаю, это самый пиздатый вариант. Когда вообще никуда не светит. Не, подожди, он может поставить и потом ее повернуть. Да иди сейчас, Гарри. Пизда. Сука, на раз вообще. Блять, я вообще в другую сторону нажал, блядь. Там инверсия, походу. Вот и я так же. А толка нихуя не мог. Ты это придумал, блядь. Ебаные наркоманы, блядь. И чем я опять пистолет с этим, ладно, пизда. Да нахуй нужен. Один хуй купить не могу. Ебаный головоломка, блядь. У меня шокер есть. Не ебет. Всех ему выебу, блядь, в анал нах. Идите нахуй. Открывается, закрывается, блядь. Так, подожди. Давай вот эту... А, ладно, пока не будем трогать. Да мы сейчас вообще не будем трогать. Трогать придется. Смотри, вот... Вот эту надо повернуть. А может просто вот эту повернуть и все? Куда? Ты уже поворачивал, блядь. Ну сюда, вот прям на нее направить. Ну поверни, блядь. Ой, блядь! В другую сторону, блядь. А как в другую? Ну, А, Д. Она в эту поворачивает зачем-то. Только в эту сторону? Ну как? Подожди, здесь А. А, во, на А. Во, ёпта. Вообще не какая-то. Смешно, блядь. И что, и все? Да они шутники, блядь, ебаные нахуй. Что, а я не знаю, что дальше. Нет, не знаю. Я не хочу. А, и эту, наверное, повернуть на эту штуку надо. То есть точняк, я понял. Или нет. Я не понял. На эту штуку, на дверь надо поворачивать, нет? На хуй дверь, блядь. Мы с которой мы пришли. Что-то произошло, я не знаю, что произошло. Что-то звук какой-то был, блин. Ну, а тут ничего нет такого? Что-то у меня вообще никаких идей нет насчет этой хуйни. А что сделать? Может, блядь, стой. Ух ты, блядь. Назад. Ну-ка, сюда я. Стену. Да.
вот так все будет? Подожди, не двигай никак. Может там надо с этой хуйней, на которой мы посветили, что-то сделать? А, можно на нее встать просто? Во, вниз, ёпт. Я, мы тут еще ломаем голову. Во, понеслась, дубль 2. Заебали, блять. Так, я съебаю. Разбирайся там сам. Что такое забросить? Ебать! Сука. Чего? Ну норм, я думал, что меня сожжет. А, типа ты это сломал. Так, надо ее направить вон на ту штуку. Вот это сломать. Нахуй съебалась. Так, эту штуку надо сразу направить на ту штуку. Так, сюда. Во. А что ты плачешь? Слышь ты. Да правильно, по-моему, стоит, не? Тебе не кажется, что она правильно стоит? Разве? Ой, блин. Она, по-моему, если правильно становится, она сразу фиксируется, не возвращается в исходное. Ну все правильно, смотри. Вот. Вот он от этой отразится вот в эту, а вот это твоей нахуй, эту хуйню. Да, вот так. Да. И тебе надо только вот это повернуть, блять, хуйню. Сейчас я уйду только и повернешь. Да. Давайте, вот мы откуда поехали? Мы оттуда поехали. Нам нужно вон тот лифт. Вот, вот эту вот поверни, блять, вот. Какую? Вот, я лазером на нее свечу. И куда ее? На мою? Да. Нет, вот на эту, вот, на эту вот. Просто поверни ее вправо. А, я понял, понял. Да, блядь. Ой, не в ту сторону. Все. Во. Во. Поехали. А, ну ладно, я пройду. Сейчас пройдем, блядь. Ой. Главное не пересекать луч. Рискни. Сейчас без тебя уеду, где ты? Я тут стою. Дубль 3, ебать, они заебали уже. Так, подожди, там сундук. И он как-то подозрительно легко до него достать. Сопудов ловушка, блять. Достаем стволы. Ну да, я так и знал. Пустой сундук. О, не паучки. Еще паучки. Жиги. А ну отвали, сучона. А-а-а, все, нам пизда с тобой, бро. Ой, я скинул своего. Ёбаный, заебали. Бегай оттуда, что ты там стал. Ебись, ты бежал, блин. Ну, чтоб ко мне побежать. Ай, блядь. Съебались, суки. Ой, блядь. Да что ты? Сдохни, что наш? Пистолет. Так, что-нибудь полутать можно? Ёпт, эти еще лезут. Что там, есть что? Пауки. Их этими гренами можно глушить. У меня одна осталась, у тебя их много. Либо чувака нахуй стыкали, пизда. Заебись. Какая-то ловушка, нет, скорее похоже, да? Что, ничего нету? Так, и куда нам нужно направить, ладно? Куда? Наверное, на эту хуйню, вот на этот шарик ебаный. Какой шарик? Да, вот череп, шарик у него, во рту шар. Кстати, у него глаза, блять. Так подожди, а вон там еще диск, вон, видишь?
в дальней комнате. Ну, может, туда хуй. Может, и туда, и туда? Без понятия. Ну, подожди, а шарик нельзя просто спилить? Так, ладно. Тогда поворачиваем вот эту вот хуйню куда-то. Ой, не сустрено. Может, если на шарик направить, что-нибудь дадут. Поебал там, наверное. Поебал. Поебал и под кран. Так, эту хуйню тоже повернуть. О, поворачивается. Во, она на шарик светит. А, ну все правильно вроде. Нет? Надо вот эту хуйню повернуть только. Чтобы она НАТО посветила, блядь. О! Заебись. Да вообще. Я ж кончил, блядь. Тихо там. Он сказал, за зомби побежал. А, может были. О. Сейчас зомбаки попрутся стопудов. Чьи-то супер сокровища спизду. Ай, блядь, тут змеи. Ебать, прям на земле, блядь, золото валяется. А хули он не берет? Блядь, опять змеи. Заебись. Я иду, блядь. Сзади, 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 сзади. Ёбаная, блин. Я это. За твой счет же я и полечусь, сучка. Блин, по... А, я думал, по тысяче берет. По стольнику. Вот еще змея. Змея, 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 змея около тебя. Это яйцо. Киндер-сюрприз. Который тебя за яйца укусит, блин. Все. Так, а где вторая еще была? Он напротив. Так, потом куда нужно будет? А туда мы не попали, да? Пока еще нет. О! Ебать, они нахуй горят, блядь. Окей, не эстет, ты смотри, блядь. Что это вроде алтаря, тут очень плохо поработал, тут неплохо поработал, блядь. Так, надо думать, как эту хуйню сюда направить там. Так, вон ту повернуть как-то. Надо среднюю повернуть, блядь, только... А, ну да, просто ее повернуть и все. Ну иди туда поворачивай, блядь. Я вот тут стану, блядь, в безопасном месте. За этой хуйней. Так. Вот и все. Телепорт. Так, а как мне телепорхнуться-то? Никак. Что за бред? А нельзя подползти, да? Нет. Нужно, чтобы ты... Выпустил ты. Да, какую-то из этих хуин. Вот эту, например, двинул. Куда-нибудь. Туда повернул, например, да, я пошел. Потом ее оставишь и пошел туда. Лучше я вот это поверну, наверное. Какую? Вот это. Ты куда ты повернешь? А ты стыкайся, да. Ой. Оп. Все. Я прошел. Давай. Назад возвращай. Все, пошли. Ну, можно и так. Ой, блядь! Ой, блядь, сука! Да что за хуйня? Ай, жопа умерла. Так, конечно, нормально, пришли, иди. Жизнь дерьмо. Охуеть. Готово, ладно. Ладно, будем знать, что сундук не надо брать. Не, можно взять, но... Блять, я не понял нихуя. А. Ты достань гранатомет с флешами и сразу отработай по ним, и все, без проблем. Давай. Прям в толпу сразу отрабатывай, нахуй.
И все, блять. Видишь. Давай. Так, как это делать? Я уже забыл. Вот это повернуть надо хуйню. А, не, а, ну да, повернуть нужно, да. Да, и ту повернуть сюда. Ой, не все. Не, что-то он говорит не так, блять. Вот так, смотри. Опа. Ты куда вообще я звернул туда? На это что штуку, чтобы она светила. Да. Все. Вот так же надо, да? Не. А как? На меня, чтобы она смотрела. Она так на тебя смотрит. Не, она не на меня смотрит. По-моему, все правильно. Нет. Куда она будет светить? Не так я сделал. Смотри. Ну вон ту надо повернуть, хуйню. Нет. Сейчас, подожди. Вот. Во! Вот так она должна. Блять, она так и стояла. Ну вот она так и должна стоять. Ну так она и стояла, я так и поставил. Значит, ты мне показался не так. Во, все. Так, там осторожнее змеи. Вот они. Вот они. Еще одна. Все? Блин, там еще какие яйца лежат, если тебе нужно. Нет, нихуя не все. Сейчас буду жрать. Так, жучка я взял. Жучку. Жучка. Так, что это у тебя куда? Это должен повернуть эту парашу, блядь. Так, ты там нормально стоишь? Mm-hmm. Ой, не в ту сторону, не в ту сторону. По-другому кто-то поворачивается. Мне будет смешно, если там нельзя пройти, и тебя опять сожжет. Да, тогда и спрячешься. Поворачивай. Она не отводит, не обводится. Все, давай. Я сейчас могу сдохнуть, если не в ту сторону нажму. Какой мне нажать? А или Б? Я не знаю, блядь. Давай я нажму. Блядь! Блядь, так хорошо, мы ошли. Я только попашил помочь его нажать. Мне сжёг. Да. Да, что здесь это фиг. Ладно, по-быстрому сейчас. А то гранатомет. Че, подожди, не доставай, не открывай. Да я зайду. Все. Они все равно щели лезут. Хуй. Первый пошел. Второй пошел. Все? Да. Все. Я говорю, это глушит флешем охуенно. Так. Опа. Да блять. Качайся. Блять, ты вроде жмешь в ту сторону, которую хочешь повернуть. Это наоборот, походу. Да, да, да. Ну возьми там, подожди, там под пистолетное поле. Да. Ща, я убегу, подожди. Спрячусь.
Все, я спрятал. А что там? А что-то не так. Подожди, я не спрятался. А, о, я спрятался, давай. Ты не спрятался, я не виноват. Во, вот так вот, супер. Скоробей я взял. Блять, я сюда пришел. Не знаю, где открылся-то? А, вот он. А по одной пули можешь? Глянь. Подожди, давай, я тут полутаю. Там змеи. Не могу, блядь, удержаться, по карманам распихиваю, блядь. Где, ну вон, лази. Готово. Еще яйцо. Еще яйца нажремся, блядь. Змеиных. Зашипим. Все. Ты тоже сожжи, у тебя тоже есть. Хотя, наверное, тебе не поможет. Все равно сожжет, ебаная мать. Глотнула, сука. Так. Все, давай я поворачиваю, только аккуратно. Потом тут поворачивай. А, я поворачиваю, да? Или нет, ты поворачивай. Не, я поворачиваю, а ты потом это... А я прячусь нахуй. За столб. Так, подожди, а куда я иду? Сюда, все понял. Все, спрятался? Блин. Вот вечно тут посыпи. Все, вытаскивай меня. Не, за стенку спрятался. Современным людям такой технологии не снились. Все, можешь поворачивать. Куда хочешь. Куда хочешь? Так, ну что, тут пройти можно-то? Не, боюсь идти. Мой толстый, наверное, не пролезет, бля. Плечи будут задевать. О, бля, я пришел. Тоже про стеночки. Аккуратненько. Неохота зафейлить все опять. Сейчас еще дубль 4 будет, я охуею тогда. Я не знаю, там мы хотим пройти в какую-то секретную базу, что ли, хуй знает. Куда это мы, блядь, вообще идем нахуй, блядь. Во. Что это, цветочки? Не знаю. Хуй ты сюда приперся вообще, блядь. Ну нахуй вообще сюда перлись. Олени. Олени. Это могилка, что ли? Могилка. Хе, надышится пыльцы и пиздец. И все, и жизнь прекрасна. Их накроет, блядь. Еп. Накроет жуткий приход. Да? Чья-то плантация. Нашли чей-то за карамок. Это намак похоже. Высушенный какой-то. Ну-ка, блядь. Что ты нашел? А ну-ка, нахуй. Умбрелла. Что? Хуй на что, блядь. Тупо. Сексом. Да. Ну ты так думаешь, сейчас негроиды набегут. Афроэскимосы.
Ага. Ага. Нага. Все. Ну ничего себе, прошли все. Наконец-то, да, блядь. Ебаный уровень этот, прошли нас. Из главы 4-2, заебись. Ну теперь-то хоть можно будет проапдейтить, нет, блядь? Так, купить. Что купить-то можно? Пистолет новый открылся, кстати, видел? О, да, наверное, я тебе, может, куплю даже. Кевларовый жилет открылся, от пуль защищает. Нахуй, ну я уже купил один. Хватит мне одного. Логично. Похуй, пистолет себе куплю. О, с карабины толкнул 7 штук. Так, ну это 3 штуки, 10. Ничего не могу сделать. Тебя пачет пистолет. Все, блядь, дальше нельзя улучшить опять дробовик. Ай, скоты заебали. А, его нельзя улучшить. Ничего, мне не собирать бабки теперь на это. На пистолет. Ладно, я готов.